quad damage. Здорово, двуруки! С вами однорукий Борис. И я продолжаю играть в первый Quake. Дело в том, что я не прошел три дополнительных уровня во втором, третьем и четвертом эпизодах. И в этой серии я попробую найти эти уровни. Вот, но искать я их буду не с самого начала, конечно. Я знаю, на каких уровнях их нужно находить. И давайте... Давайте сейчас начнем это делать. Вот, я уже нашел сохранение того самого уровня, в котором есть вход в дополнительный. Вот, этот уровень называется The Crypt of Decay, крипта распада. Вот. Именно в этом уровне можно найти дополнительный. Вот. Честно, я не знаю, какая тут сложность выставлена на этом сейве, поэтому буду готовиться к тому, что здесь будет очень сложно. Вот. Также хочу еще сказать, что этот уровень находится во втором эпизоде. Да. Вот. И сейчас я не могу сказать, какой этот уровень по номеру, но при монтаже я думаю, что я вставлю этот номер. Вот. Так, я вижу, что ко мне тут уже прибежали. Так, окей, я думаю, что дальше прохождение этого уровня будет в ускорении, и остановлюсь я в этом ускорении, когда я дойду до входа в дополнительный уровень. Погнали! Thank you.
Блин, надо было там сохраниться. Ну-ка, давайте я загружусь сейчас. И вот с этого момента попробую. Эть. Лады. Ладно, я, наверное, не буду мучить. Сразу, наверное, перенесусь в то место, в которое я пробую запрыгнуть. Ладно, я на самом деле не сторонник читов, но я не вижу других решений, кроме как написать вот это вот, вот этот код.
Вот. Ну-ка. Теперь. Вот, отлично. Я просто вообще не знаю, как открывается вот эта вот дверь. Я уже и посмотрел прохождение на YouTube, и честно, в нем эта дверь открывалась. Вот эта дверка. А у меня почему-то нет. И я не знаю почему. Если я что-то сделал не так, и вы это заметили, то напишите в комментариях. Потому что я чувствую, что я очень сильно туплю. Да? Я буду очень сильно благодарен. Так, ну и вот он. Вот он, этот портал в дополнительный уровень. Да, красивый такой, круглый, с помехами, как на телевизоре. Давайте все-таки войдем туда. Так, вот мы, в общем, в этом дополнительном уровне. Если честно, то я первый раз в нем. И сейчас мы посмотрим, что тут есть. Ой-ой-ой. Быстрее сюда плывем. Так. Ух ты, ничего себе. Вы видели, как он спрыгнул вообще? Ой-ой-ой. Один готов. Второй тоже готов. Фу. Так, тут quad damage у нас. Так, давай, вставай. Трупак. А, нет, он уже не встанет. Мне просто показалось, что он там не разорвался. Вот. Как он меня чуть не попал. Так, готовый. Слушайте, дробовик-то... Дробовик-то вблизи-то хорошо бьет. Туда я не пройду? Или пройду? Запрыгну или нет? Ну-ка. Не, не запрыгну. Увы, я не запрыгну. Ой-ой-ой. Ой-ой. Готов. Ой, напугал. Напугал меня. Так, жизни вообще нету. Ух ты. Черт. Так, один застрял. Отлично. Всех убил, значит. Фу. Так, что-то у вас уже много прыгунов. Так, сейчас я вас порешаю, ребята. Тихо, тихо, тихо. О, как разлетелся. Нормально тебя, рогатый?
и идем дальше. Так, ясно. Кто-то в меня там стреляет, да? А что если я вот так сделаю? А потом вот так, и вот так. Я думаю, он там готов. Ух ты, ничего себе. Так, надо... Удачно встал. Давайте я загружусь вот так. Так, здесь золотой ключик нужен. Так, давайте я попробую сейчас назад приплыть. А, нет, никак уже. Ну ладно. Так, затупил. Все, раступил. А, вон он, ключик золотой. Ладно. Тут допрыгнуть не смогу никак. Ну-ка, здесь что-нибудь есть? Так, 42% жизни у меня не хватит. Ага, готовы. Тихо. Так, бежим скорее. Да, я, кажется, себе усложнил жизни немножко. Так, тихо. Готов. Готов, друг, готов. Так. Я надеюсь, ты там умрешь в кислоте в этой. Так, сохраниться надо. Какие быстрые ребята. Тебе туда надо закинуть парочку гранат. Так, давайте я сохранюсь здесь. По крайней мере, я туда уже дошел. Есть.
Так, сохраняемся. Тихо. Осторожненько надо. Сейчас выпрыгнут же. Откуда? Ух ты! Я же говорил, что выпрыгнет. Так. Стоит ли, не стоит? Давайте попробую. Так. Так, и чего? И как отсюда выбраться? Что успел. Так, сюда идем. Тихо, тихо. Аптечки все взял. Лады. Тихо. Ну-ка. Так. Чё, всех поубивал, что ли? Хорошо. Ух ты. Моё. Так, ну-ка. Умер? Окей. Вот. Не зря я туда посмотрел. Так. Да попаду я в тебе или нет? Тихо. Понял. Так, давайте сохранимся еще раз. Так, лады. Так, надо вас тут обыскать. Ладно. Ой-ой-ой. Так, один готов. Хорошо. Так, ракеты. Так, ну-ка. Так, один готов.
Ой, а тут вас... Тут вас и не один. Ребята. Чего вас так много повбегало-то? Не понимаю. Они там вроде... Сейчас посмотрим, откуда у вас тут повыбегало. Что-то я не понял, ребят. Такое ощущение, что можно было просто вот сюда пробежать и все. Надо же. Как-то очень странно получилось, да? Спрыгнул в воду. Проделал много пути. Прошел много, точнее. Вот. Странно. Ладно, это был первый пропущенный уровень. Дополнительный. И сейчас мы перейдем ко второму. Итак, сейчас я нахожусь в третьем эпизоде. Карта у нас под номером 4, Е3М4. Карта так называется. И полное название у этой карты Satan's Dark Delight. И насколько я помню, вот здесь вот по бокам у нас ребята стоят. Вот здесь и вот здесь. Так, и здесь я думаю, что я опять же ускорю прохождение данного уровня, вот, до тех пор, пока не найду дополнительный уровень, вот. Ну что, we'll be right back.
Так, это я только что нечаянно прошел игру. О, смотрите, тут что-то есть. Так, я на самом деле тут сохранился, и давайте осторожненько сюда я прыгну. Портал. Неужели я... Да, скорее всего, это и есть вход в дополнительный уровень. Давайте посмотрим. Да, похоже. Так, вас тут надо... И давайте я прям сразу сохранюсь. Так, и теперь проверим. The Haunted Halls. Да, скорее всего, это и есть дополнительный уровень. Так, окей. Всё, готово. Ой, не нравится мне что-то это. Окей. Готов. Блин, какая крутая пушка. Ой-ой-ой, тихо. Вот это хорошо, что у меня оказались еще. Тихо. Да вы офигели? Это серьезно, ребята. 5 жизней. Так, тихо. Готов. А ты ж в меня сейчас попадешь. Простите, ребята, но с 5 жизнями тут начинаешь осторожничать. Но вот о чем я говорил. Так, нужно почаще сохраняться. Что я готов. Тут еще сохраниться, это, конечно, хорошо. Да, сохраняться хорошо, но нужно нормально сохраняться, а не как я это делаю обычно. Так. Окей. Опять сохранимся. Так,
сразу берем гранатомет, взрываем этих. Так, вот здесь вот сейчас должны появиться ребята. Тихо. И сохраняемся. Так, вроде... Так, отличный дробовик и пулеметик. Прям то, что надо. О, хорошо как. Сейчас посмотреть бы, что открылось. Так. Хорошо. Ну-ка. Ой, что-то мне музыка эта не нравится. Так, тихо, я не понял. О, ясно, давайте-ка тебе... Так, все, она там сдохла. Ух, ладно. Хорошо. Так, мы тут были. Так, дверь закрылась, проходу нет. Так, давайте-ка попробуем сюда. Что-то мне не нравится вот эта вот дорожка. Давайте я сохранюсь и посмотрим. Ну, тут уже без вариантов. По лаве-то ходить. Так, ладно, пускай пока... Телепортирует нас сюда. Хорошо. Я не знаю, зачем я туда бегаю. Так, ну-ка. Опа-на. Конечно, это quad damage и все дела. Но пока он мне не нужен. Этот quad damage. Ну, против кого? Против трупов. Так, окей, давайте тогда вниз спустимся. Ага.
заплутал. Я, ребята, заплутал немного. О, здесь меня не было. Точно. Тихо. Всего. Всего-то стоило походить по кругу. Так, здесь мы сохраняемся и побежали. Надо сохраниться. Тихо, не подходи ко мне. Да вы, гады, в ближнем бою так деретесь. Мостик обычный. А, я теперь понял, откуда гранаты летят. Ясно. Так, ну-ка. Собственно, это был еще один уровень. Я его прошел. Да. Немножко короткий показался уровень, несмотря на то, что он сложноват. Вот, ну что ж, давайте тогда... Давайте тогда перейдем к последнему дополнительному уровню, который у нас находится в 4-м эпизоде. Так, 4-й эпизод у нас... Ну вот он. Найти его можно на 5-й карте, которая называется Hell's Atrium. И, по-моему, именно в этом эпизоде у нас появляются мои самые любимые монстры, которых я называю как прыгающие сопли. Это... Вот они, вот они! Thank you.
Я дошел сейчас до конца уровня. Так, и наверное, мне стоит поискать еще секреты. Точнее, мне один секрет надо найти всего лишь. Посмотрим. А может быть... Просто я же тут бегал. Ну-ка. Странно.
Так, неужели здесь нужно опять вводить читы? Давайте попробуем. По-моему, вот так. Отлично. Да. Ну-ка. Да, как видите, здесь открывается... Ну вот я за текстурой захожу, и здесь мы видим дверку с дополнительным уровнем. И если честно, я потом даже посмотрел, здесь в этой стене должны быть значки ключа, вот точно такого же. Вот, но их не было, поэтому... Используя чит, проходим через стену. Да. Так, теперь отключаем этот чит. Вот, вот она. Unity Silver Key. Серебряный ключ. Он у нас есть. Но эта дверь просто заперта за стеной. Я не знаю почему. Вот, возможно, кто-то из вас это знает и может написать в комментариях. Ну а мы идем в дополнительный уровень, в последний, в третий, который я пропустил. Вот, вперед. Так, ну-ка, о, ничего себе, давайте сохранимся для начала. Так, окей. Давайте. Вот, Nameless City. Да, это тот самый уровень дополнительный. И, если честно, мне немножко страшно. Ой, я думал, это кнопка, это картина какая-то непонятная. Ой, кто у нас там ходит? Так, ко мне уже... Так. Так, вот он ключ. Вот она дверь от ключа. И будем сейчас его добывать. Так. Ты, ну-ка, можешь тебе туда закинуть контрольный. А, вот и где. Все, готовый. Так, что-то я туда не хочу пока прыгать. Что-то я открыл. Не знаю, что на самом деле. О, тут же, смотрите, тут же есть ступенечки куда-то. Вот там защита хорошая. Так, это мы спускаемся вниз, нам туда не надо. Ну что ж, осталось только в эту дырку запрыгнуть, посмотреть, что тут, сохраниться. Так, и прыгнуть сюда. Бульк. Так, и чего? Так, тут у нас зомбарь был. Так, еще один.
Это, да, это я нажал. Окей, сохраняемся еще раз. Бежал все-таки до меня, зараза. Ой, не нравится мне. Так, до свидания. И вам до свидания. И вам тоже. Ой, там кто-то бегал. Ладно. Ладно. На самом деле это какой-то интересный уровень. С этими патронами. Может, до этих? Да, дотянулся до этих. Прикольно. Да, но только что мне дают эти 6 патронов. Ага, значит, обратно я уже никак не смогу. А, смотрите. Ну, по крайней мере. Ага. Так, давайте перед этим сохранимся. Так. Да ё-моё. Аптеки. Что ж, я в тебя попасть не могу. Ну, все, готов. Окей. О, золотой ключик. Здорово. Так, и аптека. Ну-ка. Да, давайте сейчас все подберем. Потому что это важно. Это очень важно, потому что мы сейчас будем выходить в эту дверь. Вот, сохранились. Все взяли. Как ты делишь так быстро? Что? Кто? Ух ты, ё!
Чек. Ну-ка. Тихо. Ух ты ж, ё. Ну, хотя бы спасибо за две аптечки. Сюда не пойдем. Ух, как-то напряжно. Ага, значит, нужен ключ. О, аптеки целых две. Так, тут у нас дальше. Так, тихо. Ой-ой-ой, от этого бежать надо скорее. Скорее бежать. Так, все, окей, я понял. Там, значит, паукан. Паукан мы сейчас попробуем с этого убить. Ой, хорошо это как. Фу. Так, тихо, заберись. Аптека. Quad damage, отлично. Сохраняемся и бежим. Хо-хо-хо-хо. Быстро. Серебряный ключ. Сохранимся. Так, никто больше не появляется тут. Ну что, тогда только осталось прийти в то место, где я видел дверь с серебряным ключом. Вот оно. Сохранимся. Пока чисто. А? Не совсем чисто. Я понял. Готово? Готово? Прошел. Прошел третий дополнительный уровень. Вот, на самом деле это по счету четвертый. Вот, просто это третий по счету, который я не проходил. Что ж, это интересные уровни были. Такие вот дела. И что могу сказать? С этого момента я мог бы сказать, что я прошел игру на все 100%, но у меня есть информация, что у игры Quake, у первой части, есть еще и пятый эпизод. Я не знаю, дополнительный он или не дополнительный,
официальный или нет, но я попробую его пройти. Вот. Если он неофициальный, то в таком случае я могу сказать, что официальную игру Quake я прошел на все 100%. Такие вот дела. Так что ждите 5-й эпизод этой игры. Ну а с вами был Однорукий Борис. Ставьте лайки, если вам понравилось все это прохождение. А вот, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.